Хоккейная команда «Саров» уже играла с «Кристаллом» на льду соперника в Муроме. Тогда саровчанам не удалось вырвать победу. Ребята проиграли со счетом 2-4. На очередной игре первенства Нижегородской области среди юниоров 2007-2008 годов рождения ХК «Саров» встретился с «Кристаллом» уже на домашнем поле. Наши хоккеисты были настроены взять реванш. Соперник сложный, сильно готовились к нему. Первый раз мы к ним ездили, проиграли 4-2. Будем сегодня возвращать должок. Стараемся выиграть, порадовать зрителей. Это принципиальный матч для нас, то есть мы должны его выигрывать. Нелегкие очки для нас, то есть будем пытаться бороться. Их знаем, как играют, не первый раз мы с ними, у нас дерби, можно сказать, уже. В первом периоде ХК «Саров» активно защищал ворота и забирал шайбу у противника. Схватка была эмоциональной. Было много нарушений и удалений. Нашим хоккеистам не удалось забить ни одной шайбы «Кристаллу». Счет первого периода был 0-1. Первый период прошел неплохо. Большие скорости, хорошая игра. Где-то мы давим, где-то нас давят. Ошибок пока не допускали серьезных. Играли от обороны, все в порядке было. Немного где-то надо бросить, где-то передачку отдать. А так все более-менее хорошо. По первому периоду нам Павел Михайлович сказал, тренер наш, что нужно немного прибавить броски, добивания и реализовывать свои моменты. Соперник – сильная команда. Они к нам приезжали, мы сыграли с ними в две шайбы всего из всей области. Это, ну, одна из самых сильных команд. Мы постоянно с ними играем ровень-ровень. У нас хорошие игры получаются. Мастеровитая, боевая команда. К сожалению, по словам тренера, «Саров» не реализовал свои моменты и уступил лидерство сопернику. По итогу игра закончилась со счетом 0-3. Первенство Нижегородской области среди юниоров 2007-2008 годов рождения продолжается. Пока у команды «Саров» два проигрыша – в Муроме и Арзамасе. Перед ребятами стоит задача выйти в финальную часть состязаний. Седьмой год у меня тренируется, а восьмой год тренируется с Дмитрием Васильевичем Быстровым. Поэтому у нас как бы бывает, у нас мы совместные тренировки делаем, а так как бы по отдельности. Но уже ребята как бы сплотились, уже знают друг друга. Поэтому, я думаю, первые игры было тяжеловато, сейчас уже более-менее все хорошо. Будем стремиться попасть в финальную часть. То есть из нашей группы выходит 4 команды в финальную часть. Это вот претенденты, это вот «Кристалл Муром», «Княгинино», мы, «Арзамас», «Ардат». Вот 5 команд. Нет, там еще есть 2 команды. А вот из этих 7 в четверку сильнейших. Ну, финальную часть, первое и четвертое место должны увидеть. Саровской команде предстоят игры на выезде, а также домашний матч с одним из лидеров первенства – ХК «Княгинино». Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».